Островецька АЕС як прихованная погроза. Улады Беларуси упевнивают, что наш атом мирный. Однако усім вядома, что безпека танную не бывает. Апроч экономичной неметазгодности, эксперты указывают на физичную, экологичную и энергетичную погрозу для всего света. З 2011 года у Островецьким районе Градинской области будуется белорусская АЭС. Основным партнером у будовництве объекта выступает российская компания «Атомбудэкспорт». Гроши российские, керовные позиции будут занимать только замежники. Корпус реактора для Островецкой АЭС – экспериментальный узор, выработанный на заводе «Атоммаш» у городе Волгодонск Ростовской области после 20-годового перепынку и нигде не опробован у працы. Литовский бок поднимает питание, чему белорусский проект до этого часу не оценили эксперты Международного агентства атомной энергии. А так само закликают провести стресс-тесты, которые обеспечат додатковый контроль безопасности. Первый блок АЭС планируется ввести в эксплуатацию у 2018 года, другий – у 2020. Разом со мной эту тему закране эколог Андрей Ажаровский, который аккурат теперь находится тут. И он, до речи, был завсёды супрать, приезжал в Беларусь, супрать будовництва этой станции на территории нашей краины. Добрый вечер. Здравствуйте. Существует такая, можно сказать, радиационная фобия. Да? Вот, после Чернобыля любая станция воспринимается, возможно, как бомба. Однако мировая практика все-таки показывает, что станции работают безопасно много лет. Что почему вы говорите? Же, почему это... же... Что вы говорите? Нет, не каждый реактор взрывается. Но катастрофы, подобные Чернобылю, происходят каждые 20 лет. Вот просто с регулярностью каждые 20 лет мы смотрим, и вдруг где-то что-то, любимое слово, да, упс, что-то пошло не так. Но не про каждую говорят так, как про Островец. Простите, давайте еще раз договоримся. Радиофобии не существует. Вот если вы находитесь в горящей избе, да, вот из русской пословицы, вы боитесь огня? Потому что он опасен. Точно так же надо бояться радиации. Это не психологическое заболевание. Это медицински оправданное поведение. Вот в сюжете было, что человек ходил и объяснял, как надо делать йодную профилактику. Это что ж, радиофобия? Нет, это грамотный подход к существующим опасностям. А власти, которые говорят, что современные АЭС как-то типа лучше, и они не будут взрываться, вот это неграмотный подход. Помните про Чернобыльский реактор? Хороший, уважаемый академик Советского Союза говорил, что он столь безопасный, что его можно строить на Красной площади в Москве. Я был на Красной площади недавно, там нет реактора, а у вас строят. Вот что мне обидно. Вот что, с каким лозунгом сейчас в Минске стоят люди? Нет российской ядерной угрозы. Мне, как гражданину России, это обидно. Я хочу, чтобы белорусы смотрели на Россию как на друга. Там другие вопросы политические есть. Но то, что ядерная угроза из моей страны исходит, то, что мы каким-то образом продавили политическое решение строить экспериментальный реактор, который еще пока у нас не построен в самой-то стране. У нас 6 реакторов такого типа были в стадии строительства. 2 из них в Калининградской области стройку отменили в 2013 году. И сейчас первый в России реактор такого типа может быть достроен к 2018 году. Может быть. Но все-таки хочу вернуться к вопросу, безопасно-небезопасно. Да, я говорила о том, что Островецкой как раз-таки не доверяют. Она еще не построена, не доверяют. Давайте вот сосредоточимся именно на этой станции. И сейчас, на данный момент, да, почему не доверяют? Вы сказали про то и упомянули о том, что есть российский след. Ну, это понятно. Это не факт. След, это российская станция, это российский проект. Там даже белорусского следа-то нет. Вот, может быть, говорили о том, что вам обидно. Да? А какой оценке вы бы доверили, если, например, эксперты МАГАТЭ вот эту проверку должны были бы провести. А если бы они сказали, что все хорошо, этой оценке можно доверять? Давайте мы не будем играть в какие-то чужие игры. Давайте попытаемся представить, что мы нормальные люди, здравомыслящие. Когда нужно оценивать проект? До того, как его начали безусловно, реализовывать. Безусловно, до. Какой смысл сейчас все это делать? Эксперты МАГАТЭ напишут все, что угодно. Это требует, например, литовская сторона. Я вам расскажу про МАГАТЭ. Нет, это как два факта. Просто два. Чернобыльская станция на момент взрыва имела все разрешения МАГАТЭ. Она соответствовала всем Советского Союза стандартам, международным стандартам, но реактор взорвался. Первый факт. Фукусимская станция на момент взрыва соответствовала всем стандартам. МАГАТЭ ее проверяла, перепроверяла. Разрешила даже первый реактор, самый старый на той станции, да, эксплуатировать дольше. Что, мы будем доверять оценкам МАГАТЭ? Я не буду. А кому тогда в этом вопросе можно доверять? Опыту. Только опыту и здравому смыслу. Реакторы взрываются. Это происходит регулярно. И нужны еще какие-то доказательства опасности ядерной энергетики. Могу их привести, если хотите. Я думаю, что стоит. Потому что вот мы говорим сегодня про радиационную фобию. С этого мы начали. Да, и вы теперь пытаетесь, ну, собственно говоря, имеете право этот миф разбить. Я бы хотела услышать
эти факты. Давайте представим, что атомные станции не взрываются. Ну вот просто представим, что этого нет. Сняли этот вопрос, да, Чернобыля не было. Любая атомная станция производит отработавшее ядерное топливо, радиоактивные отходы и ядерные отходы. Это физика процесса. Просто так устроен мир, если вы используете урановое топливо, то происходит огромное количество радиоактивных отходов. Докладываю, ни в одной стране мира эта проблема не решена. Нигде не понятно, что с ними делать. Вот атомные энергетики 60 лет назад разрешили производить эти отходы, потому что объемы их казались маленькими, и не очень хорошо были известны свойства, недооценивалась опасность. Сейчас, после Чернобыля, когда мы знаем, когда вы знаете в Белоруссии, насколько это опасно, да, когда статистически достоверный рост заболеваний по всему населению, не только по тем, кто был там рядом со станцией или в 30 километрах, то мы понимаем, что просто так отмахнуться от проблем радиоактивных отходов нельзя. Вторая проблема, да? Третья, если хотите, пожалуйста, экономика. Атомная энергия сейчас дороже, чем с традиционной, чем вот в моей стране, в России. Газовая энергетика сейчас производит продукт, киловатт-час электроэнергии, дешевле, чем атомный. Ну, теперь вы мне скажите, а зачем ее строить-то? Ну, тем не менее, весь мир как бы строит. Кто? Простите, пожалуйста, откуда у вас такая информация? Реакторы в стадии строительства сейчас находятся около 60, причем половина из них строится больше 10 лет. То есть они, конечно, в стадии строительства, но их, может быть, с большой вероятностью их не достроят. Я могу привести примеры десятков реакторов, которые начинали строили долгое время. Вот давайте вернемся к той же Калининградской станции, которая тоже вот как бы в Балтийском регионе. Строили, миллиард евро российские налогоплательщики в нее заложили, сейчас строить перестали. Тоже станция числится в числе этих 60. Нет, но атомная энергетика есть, умирает, что вы. Хорошо, а это есть какие-то той же предположения насчет того, что, например, Островецкую тоже не достроят? Это вполне вероятно. По каким причинам? Ну, во-первых, выбор площадки. Там нет потребителей электроэнергии. Мы знаем, что она находится вдали от населенных и индустриальных районов Беларуси. Это, конечно, хорошо с точки зрения безопасности, но с точки зрения выдачи электроэнергии это катастрофическая площадка. Станция находится рядом с Вильнюсом. Литва четко и ясно сказала, что она не будет покупать электроэнергию, потому что станция небезопасна и потому что с Литвой не закончили консультации, как того предполагают международные конвенции. И получается, что проект подвис точно так же, как Калининградский. Ведь Калининградскую закрыли не из-за демонстрации, не из-за протестов населения, не из-за петиций, не из-за МАГАТЭ, а просто потому, что мы, критики, оказались правы. Ни в Калининградской области, ни в Белоруссии энергетическая ситуация не требует такого мощного, нового мощного источника энергии. Не надо ломать существующую энергетику. Вот Беларусь же сейчас обходится без атомной станции. Вроде и свет есть, и электричество. Строить проекты начинали, конечно же, в 2009 году, да, об этом подумывали в абсолютно других геополитических и экономических условиях. И да. Газ дороже был. Сегодня, да, все правильно, и нефть. Сегодня, конечно, экономическая ситуация не помогает, но, тем не менее, деньги-то нужно как-то отдавать. Ну, отдавайте. Кредит российский. Отдавайте, я же не против. Я, как гражданин России, очень за то, чтобы стройка остановилась, и мы начали бы... Вот очень интересно будет, а вот как и что будут отдавать? Потому что там написаны такие странные вещи, опять же, не все документы опубликованы, что совершенно непонятно. Вот деньги, которые уже вбухали, мы как поделим? Поровну или в каком проценте? Это первое. Второе, ну, понимаете, в этой ситуации, конечно, когда Россия полностью оплачивает строительство, можно, ну, предположить, что Россия начала бы строить там завод по производству зеленых желтопузиков или каких-нибудь там других мифических вещей. То есть за проектом нет никакой экономики. Поэтому это обсуждать-то... Ну, о том, что этот проект не имеет никакой экономической, конечно, целесообразности, говорили много. Это, возможно, как говорят многие эксперты, политический проект. Он убыточен, он не окупится никогда. Он вообще мог окупиться с точки зрения энергетики? Знаете, есть такой простой факт о российской атомной энергетике, с которым я хочу поделиться с вами. В России атомные станции не платят все налоги. Понимаете? То есть атомная энергетика по налоговому кодексу России освобождена от налогов на имущество и налогов на землю. Вот другие энергетические объекты эти налоги платят, а атомные не платят. Почему? То есть, потому если что их заложить, они будут нерентабельны? Они и так нерентабельны, но просто вот эта экономическая убыточность будет еще больше. Если бы сказки про дешевую атомную энергетику были справедливы, атомная энергетика платила бы такие же налоги, как газовая и всякая другая, да? Просто по деньгам. Это такое вот маленькое свидетельство. Просто многие люди вот верят каким-то мифам о какой-то дешевизне. Это очень дорогая энергетика. И, собственно говоря, мировой спад атомной энергетики связан с тем, что повышение безопасности вот после Чернобыльской
после Фукусимской, приводит к удорожанию строительства, к удорожанию, в общем-то, и так не очень хорошего оборудования. Ну, вот мне бы хотелось еще вернуться вот к таким, может быть, с одной стороны, простым вещам, но очень неприятным. Да? Ведь все-таки строится станция у нас, в стране, которая потерпела от Чернобыля, строится при помощи российским проектировщикам. Вот этому такому тандему вообще можно доверять после Чернобыльской аварии? Ну, факт говорит о том, что Чернобыльский реактор, Чернобыльскую атомную станцию, как и любую другую атомную станцию Советского Союза, построила организация, которая потом переименовалась в Росатом. Ну, вот было министерство с секретным названием Минсельдмаш, и оно сейчас называется Росатом. Росатом. То есть те же люди. Нет, люди другие, организации та же, стиль тот же. Точно так же они говорят, что это так безопасно, что можно строить где угодно. Вы понимаете, это та же ложь, что 30 лет назад привела к катастрофе. Вот что меня напрягает. И те люди, кто это не видит, кто не умеет сопоставить простые факты, они почему-то продолжают считать, что вот что-то там новое изобрели. Да ничего не изобрели. Вот принцип цепной реакции деления ядер урана и плутония, он известен, да, с 1938 года, там, ну, чуть позже, может быть. Помимо вот именно, да, радиоактивных и вообще вот атомных каких-то элементов и атомной опасности, можно вообще говорить сегодня о том, вот вы уже упомянули, что документации, например, никакой нет. Но, тем не менее, известно о том, что сам по себе вот этот вот саркофаг, да, или точнее не саркофаг, а сама вот это строительство этой вот станции, оно будет строиться, вот как я сегодня уже читала об этом, да, на заводе «Атоммаш», который не работал 20 лет. Это вы про корпус реактора. Да, корпус реактора, что он экспериментальный. А чем это все угрожает вообще? Давайте разберемся. Ни одного такого реактора в мире не появилось. Вот за то время, пока мы начинали это обсуждение, вот белорусская антиядерная кампания появилась до того, как взорвалась Фукусима. Да? И на нас тогда смотрели, вот типа странные люди говорят, что реакторы взрываются очень часто. Оказалось, мы были правы. Да? То есть мы в 2009 году, в 2010 это говорили, в 2011 бабах японцы доказали, что реакторы продолжают взрываться. Российский проект действительно экспериментальный. Такого реактора в металле нет нигде в мире. Значит, я как инженер, я не могу понять, он вообще работоспособен или нет. Не то, что безопасен или нет. Вообще, это что? Это достаточно сложная вещь. Поэтому мировая практика устроена таким образом. Строится реактор-прототип. Обычно он строится в той стране, которая, собственно говоря, его хочет экспортировать. Он эксплуатируется, ну, лет 5 желательно, чтобы снять средние показатели. Вводятся какие-то улучшения. И тогда можно как-то говорить о работоспособности. Сейчас действительно, это правда, что завод «Атоммаш», расположенный в Ростовской области в городе Волгодонск, не выпускал корпуса реакторов долгое время. Это правда, что в этом городе один из уже выпущенных корпусов реактора, невостребованный, установлен в городе как памятник. Могли бы в металлолом сдать, а он такой пустой реактор стоит в виде памятника. Вот я хочу, чтобы в Островце был такой же памятник человеческой глупости, потому что это очень дорогое удовольствие реакторы строить. Ну и самое-то главное. Давайте посмотрим, кто строит. Строит Росатом. Я внимательно слежу за тем, как продвигается строительство таких же реакторов на территории России. Задержки со стройкой доходят до 4-5 лет. Это на второй Нововоронежской и на второй Ленинградской атомной станции. На Ленинградской станции происходят странные вещи, которые они не могут скрыть. Происходит, когда вот строят защитную оболочку, не корпус, а вот эту бетонную оболочку, произошел обвал металлических конструкций. Просто они развалились из-за нарушения технологии. А этим летом они должны были установить внутрь корпуса реактора внутрикорпусные устройства под названием блок защитных труб. Очень тонкие вещи массой более 20 тонн. Они их уронили с высоты 20 метров. То есть просто уронили и разбили. Я понимаю, вы клоните к тому, что и на Островецкой АЭС. Я клоню к тому, что это факты о существующем состоянии атомной отрасли России. Это просто факты, которые вот это нельзя не скрывать. Это просто вот такие явления, которые надо принимать во внимание. Конечно, такое же будет в Островце.